оценка. И если повод понервничать Олегу Верняеву, наверное, да, потому что у Верняева в квалификации с ним была одинаковая трудность, но он ему чуть-чуть уступил в технике, и сейчас человек сделал, хочу сказать, неплохо. Дрожал, да, но на само выступление, в принципе, не уверен. Ну-ка, ну-ка, тем интереснее, ну что ли? Тоже слегка дрожит. Еще нагрузки это безумно, уже все снаряды идут. Все во всех снарядах претензии к нему. Если не на первом. В мегаборе попадает. В отдельных видах почти на все снаряды. Хорошо. Не стал делать поднимок назад в горизонтном месте. Облегче поменялся. Два с двумя. По вращению, по фазе вращения было получше. Но само приземление, было похуже. И в принципе комбинация, да, здесь с Новосяном вряд ли что-то сделает. Мы сейчас посмотрим, какая будет итоговая позиция, потому что там все очень близко. Там был Дородивилова, не уверен. Здесь скорее только локальная борьба. Хотя, как судим, все это увидится. И сейчас еще у девчонок должна выступать лидер, да, лидер квалификации, должна еще выступить Екатерина Крамаренко, а мы ждем оценки японки. Потому что пока...